В профессиональный праздник в Следственном управлении Следственного комитета России по Чувашии отметили лучших сотрудников. Как отметил руководитель управления Александр Полтинин, первое полугодие завершилось с хорошими показателями. В первом полугодии 2018 года следователями Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии проведено около 2500 доследственных проверок. По их результатам возбуждено 844 уголовных дела. Завершено расследование свыше 650 дел. Ровно вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество уголовных дел о коррупции – 165. В суды направлено 48 уголовных дел, остальные находятся в производстве. Так, по итогам работы за первое полугодие текущего года по уголовным делам, находившихся в производстве следователей ведомства, сумма установленного ущерба составила более 880 миллионов рублей. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. По результатам принятых следователями мер удалось возместить 690 миллионов рублей причиненного ущерба, что также значительно превышает аналогичный показатель предыдущего года. По-прежнему острым остается вопрос защиты конституционного права граждан на своевременную оплату труда. В этом году работа в этом направлении была активизирована. По результатам возбуждено 18 уголовных дел о длительной невыплате заработной платы, что на 8 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Установлена сумма ущерба, причиненного работникам, и она составляет более 13 миллионов 300 тысяч рублей. По результатам принятых следователями мер, 13 миллионов из этой суммы возвращено работникам, то есть сумма ущерба перед ними погашена.